Всем привет, ребят! С вами Юмилия. Я все еще нахожусь в другом городе, но думаю, вы и так это поняли, судя по качеству данного видоса. Сейчас мы будем смотреть ролик с канала такого ютубера, такого летсплейщика, даже не знаю, как правильнее его назвать, как Садян. Мне посоветовал посмотреть данный видос мой парень, который, кстати, сейчас меня и снимает на свой телефон. Видос называется «Новогодний заяц», и поехали! Кстати, не забывайте про мой инстаграм, там совсем скоро будет конкурс. Все. Чё? А... Серьёзно? О боже. Всё, лимит нахуй. Блядь, яйца положу нахуй, сука. Контроллеры положу в разные стороны. То есть он это делает контроллерами? Вот честно, мне всегда было интересно, как они вообще это делают. Как они двигаются. Верчать. Пузика, ты прямо, блин, здесь, ну ты не окей. Почуши, почуши пузика. Я бы с радостью почухала пузика. Ты хотя бы платишь ему за это вообще? Да, он мне за это платит очень много. А, ну тогда правда? Ладно. Давай как это, а давай как в фильме поцелуемся, я всю жизнь мечтал. Я сука, целуй, блядь. Страшно, не волнуйся. Мишка! И повинуйся. Я смотрю, им там весело. Очень весело. А ведь это только начало видео. Блин, тот взгляд. Когда я заходила в VR-чат, там не было такого угара. Там все было довольно-таки скучно. Не точно. Реклама. Самый годный игровой монтаж. Смешные шутки и многое другое ты найдешь на канале так, Delusion. Давайте рекламку мы с вами пропустим. Видел новую картину у меня дома? Смотри, это мне Супермен подарил. Зацени, как тебе качество. Слушай, как настоящая, прям 3D. Да. Главное затыкать. Вообще все это сделали там. Или нет? Блин. Он хочет что-то побольше. Сой. Чё? Чё? Я знаю, что у меня в руке сейчас, да. А что тебе в руке? У меня в руке хороший контент сейчас. Хороший контент. Ты посвящение в ютубера делаешь или как? Ну да, типа того. Сказал мужик лифчики. Как бы ладно, я вам за это даже заплачу, так уж и быть. Да. Какой щедрый. В ютубере круглого стола с дырочкой. Сразу в тренды, можно, пожалуйста, как-то посвятить? Вряд ли получится. Начнем с малого. Голубые рыцари, давай. Голубые рыцари. Так что сначала кикстартер такой, скажем, маленький тебе. Ну все, ладно, не перебарщу, а то потом еще PewDiePie обгоню. Да хватит. Для контента здесь на пол. Оставьте кролика в покое. Что вы с ним делаете? Мы маринуем его. Еще бутылку в жопу не забудьте. Подожди, курицу давай сюда, Вова. Что? Чё они вообще там с ним творят? Давай, я открою рот. Суй. Два. Я. Давай, как на микроволновке. Неплохо. Я бы хотела себе такого Супермена. Жопы достаньте, прежде чем употреблять. Это у нас кролячий бестроганов с яблоками под курицей. Ну и столовые приборы, чтобы... В прямом смысле под курицей. Бесплатное обучение. Берешь шарик, куяк. Я, кстати, ни разу больно не ходила. А давай как в фильме поцелуемся, я всю жизнь мечтал. Да, я помню этот момент в начале. Целуй, блядь. Полное погружение просто. Полное погружение. Внутри поцеловал. А. Слышь, подойди сюда, причем. Чё он там забыл? Чё там делаешь? Я шарик ищу. Вылазит. Ой, блядь, что-то там катится. Что происходит? Что там такое? По-моему, ты там дырку закрыл, он не может выкатиться. Ой, блин, как много тут блевотины, жесть. Я уже в VR-час слишком много проиграл, типа, я уже не удивляюсь тоже такого, это нормально. Жестко. Я вас прогрузился.
Блять, я въебала, блять. Какой школьник, блин. Ты на мой район зайти и меня хракнуть, что ли? А ты на коне, да, короче, я так понял по жизни. Ну да, я всегда. Как у них вообще такие моменты получаются? Не понимаю. Я его, это, коняшка. Оплата за лошадочьи услуги. Да, спасибо. Слушай, объясни, вот что это за розовая херня у тебя постоянно в руках находится? Что это такое? Это? Да. Это, ну, наверное, мыло. Или воздушный шарик по глазам. Ну просто объясни, не все ж понимают. У меня некоторые дети смотрят контент, чтобы они понимали, что это мыло. Это воздушный шарик. Называют воздушный шарик. Слушай, ну вот, чтобы доказать, ты сможешь его сейчас надуть, чтобы вот все видели, да, что вот ты не обманываешь никого? Дуэйт? Я вот надулся, видишь, и как он ты сделал? Падай, падай, я ловлю. А как он это сделал вообще, блин? Вниз упаду им просто. Я делаю короля из деда, нормально. Сиди, главное, не двигайся. Сейчас, а ведь реально похоже на корону. Меня парикмахеры любят, потому что я не двигаюсь. Что добавить эффектов? Блин. Я здесь... О, во, вот так, стой, стой. Блин, что здесь? Я не понимаю. Это дедушка Человека-паука, просто понял. Так он еще там и ходит. И не только ходит. Что делаешь? Да я попасть внутрь, подожди, я ключи там забыл, блядь. Сейчас через багажник залезу, наверное. Репорт имущества. Там даже полиция есть. Куда он пропал? Смотри, реально залез, блядь. Он как он туда залез вообще? Через глушитель залез. Плать, сука! Вы говорите, когда ехать, а то я, блядь, нифига не понимаю. А все шестерки не понимают, когда ехать. Проблема русского автопрома, блядь. Чем нахуй колеса поснимаю, блядь. На шухере, постой. Это говорит полицейский, да? Хоть раз их снимал, нахуй. Убери свою удачу, блядь, отсюда. Я не могу, блядь. А если у коня встанет, меня же убьет. Как его утилизировать, мент, блядь? Алло, нет, алло. То есть ты реально рассчитываешь на этого накрашенного петуха, то, что он что-то сделает? Я рассчитываю только на Бога. Слава Украине. Блять, слава. Такое ощущение, что чел пытается пародировать голос... Голос Мармока. Сейчас в последнее время многие так начали делать, я встречаю в играх, да и в принципе, когда у нас был Дискорд, вот я встречала тоже много ребят, которые пытались как-то копировать его голос, и у многих, кстати, неплохо получалось. Думаю, что мы с вами по-любому посмотрим еще ролики с этого канала, потому что данный видос мне очень понравился, я не зря его посмотрела, он действительно поднял мне настроение. Были действительно прикольные моменты, и я не понимаю, где вообще Содиан собирает таких веселых людей, вот как он их всех собирает, потому что я заходила в VR-чат, и мне было действительно там скучно. Я заходила на разные сервера, не совсем его освоила на самом деле, но все же, заходила, кстати, с компа. И там не было такого веселья, какое веселье встречается вот у них. А заходил ли ты или же заходила в VR-чат? Пиши об этом в комментариях. Но также, если знаешь, как они вообще двигаются в VR-чате, то напиши об этом также в комментах, потому что я немножко не шарю, и мне безумно это интересно. Ну, а с тобой, конечно же, как всегда, была Юмилия. Спасибо за просмотр, лови сердечко и пока!